Компания МУК предлагает широкий ассортимент запасных частей, который покрывает 95% автопарка Европы. В общей сложности в различных линейках насчитывается более 10 тысяч номеров запасных частей, каждый из которых необходимо четко обозначить в целях идентификации. Поэтому компания МУК разработала уникальную систему нумерации. По новой системе номер состоит из четырех частей. Первая часть, указанная как XX, обозначает марку автомобиля. Например, AL означает Alfa Romeo, а FD – Ford. Вторая часть номера, указанная как YY, обозначает тип запасной части. Например, BJ означает шаровую опору, а WP – треугольный рычаг. Третья часть номера запасной части, указанная как ZZZZ, обозначает уникальный номер продукта. Опциональная четвертая часть номера обозначает тип упаковки. Например, литера P означает, что продукт упакован в полиэтиленовый пакет. Ее отсутствие означает, что продукт упакован в картонную коробку. В каталоге МУК указаны все аббревиатуры автомобильных брендов и типов запасных частей по релевантным брендам. To see how we explain more warranty claims, we are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.